Как ваш муж получил инфаркт? Представляете, доктор, Фимочка утром встал, умылся, пошел таки на кухню, нарезал сырка, колбаски, черную икорку достал, разогрел курочку, порезал таки себе лимончик и налил рюмочку коньячка. И тут кто-то позвонил в дверь. И что? И все. Девушка, я таки абсолютно свободен. Подождите, мужчина, давайте уточним, свободен или никому не нужен? Экзамен на права. Вопрос на засыпку. Вы отъехали от дома километр так на 3 и вспомнили, что забыли ключи зажигания в кармане другого пиджака. Ваши действия. Нажму на тормоз, выйду из машины и посмотрю на того дурака, который ее толкает. Шлойме жалуется своему конкуренту Мойше. Я продал армии партию противогазов. Только Бог да и я знали, что они пропускают газ. И что, по-твоему, придумал военный министр? Заставил меня надеть один из моих противогазов и засунул меня в газовую камеру. Он, видите ли, решил проверить качество противогаза. Я уже прочитал заупокойную молитву, но ты представляешь, со мной ничего не случилось. Мойше, это было настоящее чудо. Это было не чудо, отвечает Мойше. Ведь газ-то поставлял я.